депутаты Совета депутатов Одинцовского округа от «Единой России» вместе со сторонниками партии и молодогвардейцами посетили офис общественной организации «Серебряные волонтеры Одинцова». Сейчас волонтеры шьют снуды и банданы для наших защитников из ткани, которые закупили депутаты фракции. В свою очередь, волонтеры обратились с просьбой оказать содействие в приобретении очередной партии ткани для изготовления новых бандан и летних снудов для участников СВО. Мероприятие прошло в рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение» и акции «Добрые дела».